пропускать мы компанию не будем. Идемте дальше. Пацанам нужны салфетки. Ага. Итого, где мы вообще? Я даже не помню. Надо пойти взять побочки все, да, и выдвигаться вот сюда. Часть карты не открыта. Пойдемте возьмем побочки, потом их повыполняю как-нибудь. Для этого понадобится время. Придушить бы нас за то, что верили Донану и его поганому собору. У меня тут кусок вчерашнего хлеба и веселые камни. Хлеб вкусный, только поджарить надо. Лучше всего продавались бивни рыскателя. Если вырезать на них нужный узор, они принесут удачу. Это мне папа рассказал. Но бивни закончились, и деньги тоже. Но если принесешь бивни, я поделюсь с тобой доходом. Есть у меня бивни или их надо отдельно достать? Видимо, нету, поняв. Так, дальше мне нужно вот это или... Давай вот это сначала возьмем, там вроде по прямой. Ну давай, чё ты... Еще работенка. Надо навести порядок, заняться восстановлением. С ними со всеми просто надо разговаривать, потому что они квесты могут давать. Нет, совсем не в порядке. Только посмотри, что стало с его корой. Бедное дерево. Только мои заклинания еще поддерживают в нем жизнь. Ему нужен кусочек материнского дерева великого... Я хотела перез... А, я ж перезашла, получается, в игру нормальном. Надо посмотреть, где там дропсы. А, подождите, на друида падают не скоро, там на третьей неделе, кажется. Ну, сейчас дропсы вообще нет смысла собирать на другие классы. Они еще дропсы поставили, пипец полоумный, на 3 часа. Капец. Он сеял десятки таких дубов по всей долине. Я знаю, что вы с Донаном для нас сделали, и о судьбе его сына. Тяжкая участь для старого воина видеть, как погибает его наследие. Не этого он заслуживает. Три часа это еще не так много по времени. Обычно дропсы там типа 30 минут, час. Здесь это невозможно. Ну не 3 часа. Тебя бы не молотом в городе орудовать надо. Признаться, я тут хотел навестить сестру в Бристейге. У нее ребенок родился. Но на дорогах опасно. У каждого поворота притаились грим. Многим поможешь. Так, ну что, все сделала. Так, а заточить я заточила. Да. А сколько у меня монет? 75. Немного, конечно. Немного. Так. Я просто забирал дропсы по 2-3 часа за стрим. Наверное. Но у меня сейчас такая фигня, короче. Я себя отучиваю не смотреть чужие стримы. Вот. Я, конечно, захожу, там, здороваюсь, там, могу пообщаться, но в целом, очень сильно, я не знаю, то есть ты начинаешь что-то там сравнивать, начинаешь думать, почему там у меня там то не так, почему то не так. И ты не думаешь, знаете, типа, о том, что вот там, типа, у меня вот лучше, потому что потому. Ну, конечно, если сравнивать плюсы, то тогда да. А так ты же изначально, как, ну, человеки, чё как думают? Сначала о минусах, естественно. Начинаешь сравнивать, вот. И
Ну, я очень сильно из-за этого расстраиваюсь. Я такая, короче, типа, я не хочу больше ничьи стримы смотреть. Вот, там, иногда там я, допустим, расстраиваюсь, что у меня там чат неактивный, да, там, или... Ой-ой-ой. Или что... Ой, блин. Что меня, допустим, там не поддерживают так, как других. Я там, допустим, посмотрела, у кого-то этот самый... При онлайне там 40 человек, донатов там, я не знаю, на 300 тысяч каждый месяц. Вот. Или, допустим, когда ты видишь одних и тех же людей на стримах, только там они пишут, а у тебя они тоже сидят, но они у тебя вообще, типа... Вот. И я такая подумала, думаю, короче, все, я не хочу сравнивать. У меня, типа, я, просто если не сравнивать, у меня все нормально. Вот, если не сравнивать. Поэтому я не хочу больше никому заходить на стримы. Привет, Адагион. Мне нужно больше. Так, мне надо забрать этот самый дропс. Получить. И где он? Тут не вижу. А, ну вот это все. Теперь вторая неделя. Вторая неделя будет когда? С 11 или с 12 июня. Понял, принял. Так, а я что-то сам перестал заходить на другие стримы, неинтересно что-то там совсем. Лучше своими делами позанимаюсь. Ну вот, да. У тебя же беттер стоит, там можно поставить, чтобы автоматически дропсы и баллы на стримах забирала. Я не умею такое делать, к сожалению. Вторая будет после первой, а уф. Логично, логично. О, шепчущий. Понятно, говно. Нужно больше времени. Так. Что значит пердильные шаровары? Время. Мы что, в пустыню заходим? Как будто в пустыню заходим. Кого надо бить в этой части Диаблом? Всех?
Надо бить всех. Зеоля, что ты там скинул? Мне впадло заходить смотреть. О, город новый. Опять. Блин, это побочек просто жопой жуй. Не хочу их слушать, если честно. Ну? Выгнать его из города и все. Почему я не могу? Вернемся домой. Кетборду все... А ты любознателен. Если... Так, ну вроде все, да? А тут вот, вот это надо открыть. Подождите. Для этого понадобится время. Привет, Аштрайчик, как делишки? Так, все, мы открыли. Теперь мы будем появляться в этом городе, да? Топор племени, он как и мы слуги, мы видим. Топор насквозь про... Он не... Великая она... Все пропускаем, все пропускаем. Так, а тут чего? А тут тупик, да, понял. Я работаю. Ну и пошла в жопу, коза вонючая. Тоже мне выпендривается. Здесь это невозможно. Каждый день я слышу о новых угрозах нашей земле. Что еще? Наши ворота крепки. У меня полный переполох. Я в процессе переезда в МСК. Во вторник уже должен быть там. Вы тут как? Потихонечку стримим, играем. Вот. А что в МСК будешь делать? Он еще дышит. Он этому рад. Этот старик утверждает, что он из Харадримов. Но при этом пьет как лошадь. Лорат? Он прибыл в город несколько дней назад. Искал слугу демона Лилит. Бледноликого. Похоже, он не обрадовался тому, что нашел. Тример пиписька. От пиписьки слышу. О, дайзи концап. Ха-ха! Ха-ха! Кто ты? Мы встретились на расколотых вершинах. Ромочка, можешь слушать мои записи на ютубе? Довольно. Для начала пожить, посмотреть. Работа-то в интернете, может, что получше найду. Понятно. Хорошо. Спасибо, Илья. Ты велел найти тебя здесь, Лорат. Помнишь? Конечно, помню. Просто удивлен, что ты жив. Дай мне бутылку. Что с тобой случилось? Видно, на меня напал враг. Выпивка в моей предательской руке. Много выпивки. Может, я еще и подрался с козой за это грязное место. Думаю, я победил. Лорат, кто такой Бледноликий? Ах, Бледноликий. Харадрим. Был им. Харадрим? Тогда ты должен его знать. Я думал, что знал. Его зовут Элиас. Он был моим учеником. Это он привел Лилит в санктуарий. Возможно, мне не понравилась эта весть. Что же нам делать? Найти его. Понять, что он сделал. А потом убить. Слушай, есть одна женщина где-то здесь. У нее нужные нам сведения. А от меня сейчас толку нет. Разыщешь ее? Довольно терять время. Поищи рядом с таверной. Поспрашивай, есть ли новости из Арбейского монастыря. Так.
тех пор, как... Эй, не задерживайся в Кет. Все эти сопли и вопли гоуларанских беженцев отпугивают покуп... Нет, из монастыря никаких вестей. И вчера не было, и позавчера. Но ходят другие слухи. Блин, вроде какая-то сюжетка интересная, но при этом что-то она какая-то скучная, не? Страшный такой, бледный. Какая-то скучнявая такая. После того, что Лорат устроил вчера, бьюсь об заклад, он захочет узнать. Местные на нас даже не смотрят, но тут мы хотя бы в безопасности. Странно. Я отправил письмо в Орбейский монастырь, как только прибыл. Настоятель до сих пор не ответил. Локации в четвертой ветке скучноватые, все серые и темные. Из того, что я видела, там есть джунгли, пустыня. Мы идем туда. Еще что там? Ну и монастырь проверить нужно. Катись все в пекло. Я в каньоны. Либо ищи меня там, либо ступай в монастырь. Пока что ты меня не подводил. Пусть так и дальше будет. Ученые из Орбея тратят жизнь, исследуя запретные знания. Дескать, чтобы служить свету, надо познать тьму. Банально и глупо. Я написал настоятелю, чтобы узнать больше о Лилит, но от него нет ответа, и это странно. Никогда не упускал шанса поболтать. Все, мертвый получается. Имеешь в виду, он спятил? Элиас был исключительным магом. В поисках истины он был готов нырнуть и в пекло, и в навозную кучу. И часто находил, что искал. Увы, ему одному известно, какую истину он нашел у Лилит. Так. Итак, что мы можем сделать? Так что, чат, никто из вас с ником Шейх не это самое? Так, список друзей. Я клан. Кто у нас тут? Мариан, Бодрыч, я, Кромик, Дазик, Дасти Лизард, это Моисеев, Гесант, Великий. Кого-то мы хотели вроде взять к нам, нет? Я уже не помню. Так, что у нас тут по квестам? У нас есть израненный разум. Встретись с Лоратом в каньоне. Нет, мы сначала поедем в монастырь. И только потом уже в этот самый. Ага, то есть нам вот сюда. Понял, принял, поехали. Не сюда. Я могу быть шейхом, если дадите денег. А с деньгами все могут, даже обезьянки. А ты попробуй без денег, как у меня папа обычно говорил. Послал меня в магазин. Я говорила, папа, а деньги? Он такой, а с деньгами обезьянка сможет. Ты попробуй без денег. Короче, он меня, походу, учил воровать, я поняла. Чисто батя такой. А, деньги. Деньги мы не пропускаем. Деньги на полу не валяются. Так, нам нужно через стеночку, да? Значит, нас будут бояться. Сейчас мы эту возьмем побочку. Так, у нас тут данж какой-то, да? Угу. Без денег каждый может. Да, конечно. Блин, я опять не туда нажала. Да что ж за фигня-то, а? Куда все подевались?
касается и меня. Не тревожить до конца нашей встречи ни под каким предлогом. Исключение Лорат Нар. Если он прибудет, немедленно ведите его в ризницу. Что такое ризница? Заприте двери! А другие? Настоятель! Выполняйте! Ничего нету. Ничего нету. Так, давайте посерединке пройдемся. Он здесь! Кто? Кто здесь? Я, что ли? Положите череп крестоносца на пьедестал. Ну ладно, давайте положим. Сейчас я еще раз обсмотрю все. День вошел в ризницу. Наконец-то моя очередь отправиться в архивы и погрузиться в темные знания. Теперь я бы отдал что угодно, чтобы все забыть. Какой-то монастырь с призраками, что ли? Еще музыка такая, знаете, как в триллере. Блин, жопа жопская, конечно, так напрягает немножечко. Мне нужно немного подождать. У меня мало духа. Так. Ну тут мы были, да. Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. И не расскажем никому. О, нет, о, нет, о, нет. Мой славный-славный подпяточок, кушу тебя я. Моя ты свиночка моя, люблю тебя я. Мне нужно больше духа. Моя версия песни Винни-Пуха. Как вам? И вот, великий зверь Тахтамет был сражен, и его почерневшие останки канули в бездну. Там они тлели и разлагались. А потом... Из его семи голов родились семь воплощений зла. Три великих и четыре малых. То были враги всему сущему. Я еще не готов. Короче, я не знаю, они что-то с шансом дропа, что ли, сделали. Вообще не падает. Ничего. Архив. Почему ты его упустил? С тех пор
разговор его наполнен записями обо всех обличьях зла. Его двери закрыты для всех, кроме самых праведных ученых Закаримка. Тут вроде была синяя душа, я ее типа не спасла или что? Или она так для фона? Весь вечер. Весь вечер. А после... Настоятель открыл дверь, и демон улыбнулся. Он забрал запретное знание. Тише. Путь наружу свободен. Идти сможешь? Наружу нельзя. Знание должно оставаться здесь. Я буду хранить его весь вечер и всю долгую ночь. Мы должны защищать архив. Ку-ку. И умер, да? Что-то я засыпать стал. Какая-то сюжетка вообще скучная, пипец, не могу. В данже как-то повеселее, там можно умереть, можно пообщаться с ребятами, можно как-то... Скин на волка есть? Не, нету, к сожалению. Я тоже уже об этом думала. Хотелось бы каких-нибудь себе волков других. Может быть, они введут, что будут какие-то скины, у которых будут как-то видоизменяться скиллы, но не думаю. Так, и чё, и куда? Внизу чё-то не дошли. Если будет Battle Pass, то вполне всё возможно. Ну, так он будет. Вот в чём прикол. Ой. Жесть, корни почти их шотнули, вы видели вообще? У меня что-то корни очень... Ну, лоза это очень сильно дамажит, прям пипец. Кстати, мне так зашел мультиплеер последней колды, что я половину БП не прокачал в игре и хер забил. Нормально, ты развлекаешься. Ты что-то, блин, на самом деле очень жалко колду, они что-то... Я не знаю, почему они не пошли по
постизе Фортнайта, которые оставляют старую карту, просто ее чуток видоизменяют. А именно полностью меняют карты, потому что карты не всем нравятся. Я не знаю, зачем они так сделали. И после этого, походу, колда вот прям... Ну, которая именно это... Варзона. Вот она прям что-то скатилась, на мой взгляд. Мне нужно больше духа. Мне нужно немного подождать. Что тут у меня вообще выпало? Так, 13 укрепления, 14 к длительности усиления святилищ, сила воли. Скорость передвижения, ловкость, сила. Нет, это все не надо. Смерч, скорость атаки, подавляющий урон. Плюс 34 ко всем характеристикам. Так. Дополнительный урон противникам под действием эффекта оглушения. Урон молнии укрепления. Нет. Плюс 11 к критическому урону. Максимальный дух вероятно... О, вот это хорошее кольцо, кстати. А, так, плюс 2 к уровню умения кровавый вой. 7 от урона противников. И 21 интеллект. Нет. А, так, нет. 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 Нет, 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 нет. Да и это тоже нет. Так, что у нас тут? Поищите настоятеля монастыря. Найдите тайны, тайны летаний. Не совсем понимаю. А, так я же уже прочитала их. Кстати, да, они могли, как в том же PUBG, выпускать карту и делают уже выбор людям. Ну, либо так, но хотя PUBG на этом же погорел, потому что все привыкли к одной карте, она им достаточно нравилась, а новые карты были говно. И только потом они уже сделали выбор, но там есть другой прикол, понимаешь? Если будет много людей на одной карте, а на другой нет, они просто поиск не найдут, вот в чем прикол. Самый идеальный вариант — это вариант, как у Фортнайта. Это одна карта, которая от сезона к сезону изменяется. Это самый идеальный вариант. И ты не всю карту перерабатываешь, а какие-то отдельные участки. Они сначала такое сделали, но потом им что-то не понравилось. Вот, когда там что-то был какой-то типа взрыв, там были окопы, вот это вот все. Вот. Изначально они сделали так, и все было нормально. Почему их потом это не устроило, и они выпустили новую карту, я не поняла. Одна карта тоже скучно. С изменениями? Нет, нифига. Привет, Сержа. Буду хранить его весь вечер и всю долгую ночь. Библиотека горит. Нет, я сгину в огне с тем, что осталось. Где Элиас? Ушел. Он сказал, что конец санктуария близок, и только я могу помочь. Он хочет призвать малое воплощение зла. Он взял все, что надо, а потом... Fortnite жив и вполне очень даже успешно. Да господи, я не могу.
понадобится время. Я, кстати, поставила всего одно кольцо на шанс крита, и мне вот это так хорошо пошло. Я очень часто стала критовать. Это вообще изи. Все знания человечества будут принадлежать детям Лилит. Никаких секретов и тайн не останется. А все лжецы и высоколобые единоличники сгинут в муках. Все? А, получается все. Жесть, посмотрите, сколько у меня побочек. А, вам не видно часть. Жестко что там. Только не говорите, что я не могу выйти, пожалуйста. Да ну, вы серьезно? Мне надо назад бежать? Да бред. Можно не бежать. Да я-то буду бегать и качаться, но мне сейчас нужно пройти сюжетку. Здесь как минимум 5 актов, насколько я знаю. А я только третий начала, понимаешь? Хотя у меня уже половина нужных этих самых. Ну, у меня уже 50-й левел. У меня найдется все, что можно выковать в кузне. И чего? Найдется все, что можно выковать в кузне. Понятно, спасибо. Вроде найдется все, а при этом ни хрена нет, да? Он забрал свитки из запретного архива. Он может призвать малое воплощение зла. Он что? Но где? Конечно, мы не знаем. Малое воплощение зла по силе превзойдут только великие. Если Элиас призовет его, то он всех нас утопит в крови. Ой, так, идем дальше. Для этого понадобится время. Почему я не могу лошадь призвать?
них даже дроп не сыпется, и нахрена они мне нужны? Демоны лишь мелкие паразиты. От мага вроде Элиаса я бы ждал большего. Надо осмотреть дом. Так, ну вроде все полутали. Блин, кстати, чем дальше в мир, тем больше штук, которые можно выфармить. Где-то тут же должен быть, не? Эту статую Лилит вырезал талантливый мастер. Она покрыта кровью и ошметками плоти. Ня-ня. Вкусняшка. Сегодня ко мне приходил мастер Элиас. Я не нашел, что ему сказать. Я знаю, прапор. И просто показал свои работы. Он сказал, что они поражают мою боль. Боль одинокого человека, привыкшего ненавидеть весь мир. И все же, Лилит, наша мать, увидела во мне красоту. Он сказал, что есть и другие, такие же, как я. И вместе мы построим новый мир. Все? Или еще что-то надо? Чудовищно. Проклятие преисподней. Мы опоздали. Элиаса и след простыл. Наш призыватель — это Генбар. Почему ты так думаешь? Разве не очевидно? Элиас нашел Генбара одного, без друзей, объятого гневом, и обвел вокруг пальца. Пообещал ему любовь Лилит и важную роль в своем безумном замысле. А затем снабжает его средствами, чтобы выплеснуть гнев. Дает ему свитки призыва. Да уж, проницательно. Кто знает, сколько Генбар пребывает в этом безумии. Будем надеяться, он сможет ответить на наши вопросы. Ничего нету, да? Нам в эту сторону, да? Для этого понадобится время. Я не знаю, типа, вы видите, одна белая херня падает. Ну вот как такое может быть? Сейчас, секунду. Да, папуля.
спасибо, что послала мне господина Элиаса. Жду того дня, когда мы станем рядом с тобой и очистим мир огнем. У меня вопрос. А где нужно будет смотреть этот шоу это? Блин, какая жесть. Зиоли, вот и тут. Это штаны, походу, из третьей части. Не из четвертой. Здорово, Ликинг. Какая жесть. Да там в Хургаде, в Египте, акула сожрала туриста в море. Пиздец, конечно. Вот так вот зайдешь в море покупаться, а тебя акула сожрет. Вы от мастера Элиаса? Господин Элиас, да, так и есть. У нас очень важное поручение. У нас есть кое-что для господина, но говорят, что он сейчас здесь. Ты не знаешь, где он? Лжец! Грязный лжец! У мастера есть все, что нужно. Ко мне! Нужно больше времени. У меня волки не хотят, невосприимчивость, почему? Господин Элиас, услышь меня, твои враги здесь. Да нахер мне видео смотреть, эту психику свою травмировать, я что, больная, что ли? Блин, он жирный, чё вообще пипец. Я ещё не готов.
Эх, Элиас, какая злоба в тебе поселилась. Сперва плохие новости. Генбар кого-то ждал. Похоже, Элиас заразил других своим безумием. Поди и мастерству призывания обучил. Генбар сказал, что у хозяина есть все, что нужно. Они затевают что-то серьезное. А хорошие новости? Элиас принес нам дар, помнишь? Тот демон, которого он послал убить нас, весьма необычен. Он не может существовать без регулярных человеческих жертвоприношений. Если я вспорю брюхо, внутри может оказаться подсказка о том, откуда оно появилось. Нужно отнести это в Кит-Борду, чтобы изучить. Там открыто. А теперь дай поработать. В сухих степях нет ни собора света, ни друидов, а тамошняя столица Гулран разорена. Многие уязвимы, как Генбар. Надо узнать, что с ними собирается делать Элиас. Элиас умел убеждать. Это полезное умение для Харадрима, но порой он заходил в уговорах слишком далеко. Особенно если чего-то хотел. Тут они с Лилит похожи. В чужих страданиях видят лишь средства достижения. Что там 15 минут осталось, да? Они скверно друг на друга повлияют. Должно быть, ты слишком юн. Вот и не знаешь воплощения зла. Это Диабло, Мефисто и Баал. Малые воплощения — их гнусные сородичи. Азмодан, Белиал, Андериэль и Дуриэль. Все они угнетали человечество с незапамятных времен. И с радостью пойдут. Да в чат снова. Кидай ссылку. Не перестаю. Я сейчас сразу открою. Если бы он жесть. Лилит можно было бы остановить. А теперь. Итак, у нее есть ключ от преисподней. Теперь она должна искать дверь. Понял. Донан, Донан. Несчастному глупцу было невдомек, что Лилит явится за Астаротом. Еще и сын. Но что она получила взамен? Астарот родом из царства ненависти. Как кто фоллоу прожимает, у того пися подрастает. Спасибо за фоллоу. Для этого понадобится время. Наконец-то. Зверушка Элиаса внутри ждет нас. Прапор, смотри, нам нужно будет для Ютуба сделать видосы отдельные по конечно. Актам. У нас есть уже первый акт. Ой, нет, второй акт отдельно. Вот я сейчас начала третий акт, но мы сегодня вряд ли его закончим, наверное. Я уже не успею. Потом нужно будет четвертый и пятый сделать. Он защищал того болвана. Генбара. Это дело рук Элиаса. Но где он? Ответ надо искать в брюхе. Что-то мягкое. Рука аристократа. Элиас наверняка кормил эту тварь, да, прапор, не только сапогами. Это чей-то сын? Или дочь? Демонов надо сжечь. Это чудовищно. А, на этом медальоне знак главы правящего дома Гулрана. Бывшего главы. Очевидно. Хватит, старик. Прояви уважение к мертвым. Заботиться надо о живых, а не о мертвых.
В Гулране теперь новый правитель, благодаря Элиасу. Тебе нет дела до мертвых, но этот медальон может утешить скорбящих родственников. Ладно. Чтобы найти Элиаса, нам придется отправиться в Гулран. Встретимся там. Приходи скорее. О, и к воротам не подходи. Полно каннибалов. Иди к утесам, там нам помогут. Куда бегу я с пятачком? Да, все-таки с лошадью тут быстрее передвигаешься. Блин, крепость надо будет зачистить. Ониксовая башня — это туда, куда надо идти и фармить шмотки, типа, или нет? Или это другая башня? Чё-то пока бежала, кстати, ни одного этого не встретила. Его давай. Мои сумки полны. Как ты меня заколебал, полны у него сумки. Город в какой-то приехали, жесть. Рад тебя видеть. Вазлот. Нет, мне дарили игру на мой аккаунт. У меня просто украинский аккаунт. Он во дворце, я уверен. Спрятался за стену и закрыл за собой ворота. Нам туда не пробраться. Ты знаешь, кто может? Залая. Сколько записок я отправила. Сколько времени Аюн заперта там вместе с этими мясниками. Может, она единственная, кто знает про туннель? Если она еще жива, и туннель еще существует. Ты мне не веришь? Конечно, нет. Ты воровка. Когда-то ты была полезной, да. Но у тебя свои причины, чтобы искать эту Аюн. Это не твое дело. Я могу поискать Аюн. С чего начать? Ее дом на рыночной площади. Мы хотели встретиться, но... я не смогла туда пробраться. Вернись живым. Не уверен, что стоит рисковать ради Аюн, но, может, я не прав. Поверь мне хоть раз, старик.
кто фоллоу прожимает, у того пися подрастает. Я говорю, сейчас проходим этот данж и идем смотреть презентацию. Для этого понадобится время. Вот, блин, меня шутнули нахрен. Палач наносит смертельный удар. Царь погибает. Как же пафосно звучит, а? Там же пойдите. Они так смешно прыгают. Нет. Для этого понадобится время. Ты не встречала никого по имени Аюн? Я не знаю. Каннибалы устраивают облавы, убийства, пиршества. Но некоторых уводят, говорят, в тюрьму. Зачем этим чудовищам оставлять кого-то в живых? Зачем тут жить, тюрьма, если тут так происходит? Быть может, Аюн выжила. Блин, и куда идти? Где тюрьма? Мне кажется, это шорткат. Для этого понадобится время. Пошел в жопу, я не хочу драться с тобой. Ты меня побьешь, я сгорю. Зачем это надо, вот этой проблемы? Моя ноша слишком тяжела. Чуть я не поняла. Да что ты делаешь, блин? Я понять не могу. У меня персонаж странный. Умер, слава богу. Так. Зато вот сюда надо.
Здорово, Мазилыч. Мы, короче, так в ТФТ не пошли. Я в дьябле зависла. Нужно больше времени. Нужно больше времени. Покурить вышел, да и посмотреть, что вы тут. Ну да. Не, ну мы сейчас... Блин, уже начинается там, наверное, шоу. Ну-ка, в эфире. Пока что они разговаривают. Так, я сейчас переведу... А, нельзя перевести субтитры? Вот это, конечно, жопа. Ну ладно. Так. Мне нужно разобрать все, что у меня есть. Это надо к этому идти. А этот где-то тут вроде, не? Так, это есть. Что-то меня залагивает. Прямой эфир, субтитров еще нет. У меня есть. У меня есть. Так, что у нас тут? Плюс 4,5 к урону от умений категории облик волка. Сопротивление типа урона холод. Один к уровню умений изнуряющий рев и ураганный доспех. Но у меня нет изнуряющего рева и доспеха. Блин, тогда получается нет смысла менять. Только один стат нормальный. Когда умение смены облика трансформирует вас, вы восполняете 86 единиц здоровья. Если уровень максимальный, вы получаете укрепление в том же объеме. Это, кстати, очень хорошее. Мне нравится. Но мне не нравится тут вот раз, два, ну, как минимум два стата. А здесь же можно зареролить статы или нет? На помощь! Я еще не готов. Понадобится время. Так, ну мы в тюрьму не можем тут попасть. Как же они далеко бегут-то? Они очень далеко бегут. Че, нету никого? Походу, никого нету. Все, пошла презентация. Everyone has been asking,
what does it look like? How do the cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities. Так, ладно. Of Mortal Kombat 1. Let's do it. Идем, где, короче, смотреть. I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight. Кстати, красивый мортик, очень нравится. Today, you have proven worthy of joining us. Come, there are other champions I must gather. What do you want? Правда, персонажи как будто резиновенькие такие. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Ну хорош, графика мне очень нравится. Ай-яй-яй, ой, хорош, фаталити добавили. Ну, в смысле, не добавили, они и были. Хорош, хорош. Так что мы продолжаем наше прохождение третьего акта. Так, мы тут где-то добрались. А что тут, кстати, вечер? Вот это поворот! А, не, он по-французски и говорил. Быть может, когда-то жесть, испугалась, я думала, у меня язык поменялся. Жесть. Привет, Масилыч, привет, Ваня Грозный. Мисс Хив, стой на месте. Ни с кем не говори. Здесь очень опасно. Годы сделали тебя трусливым, дружище. Не бойся, я ничего не... Вроде выспалась. Сегодня столько дел за утро уже успела сделать. И по стриму, и по всякой якой штуке. И кушать успела приготовить, и покупаться. Старание господина Элиаса в санктуарии пришла Лилит. Он же и подчинит малое воплощение зла нашей воли. Только представь, у нас будет... Эй, ты! Чего? Что тебе надо? Я вас раньше не видел. Мы только что прошли через бурю. Хвала матери. А, новые ученики. Вы правильно решили прийти сейчас. Лилит недавно удостоила нас визитом. Она была тут? Да, мы были счастливы. Ты проснулся от звуков стрима, это как? Господин Элиас может дать вам взглянуть на нее сквозь незримое око. Если заслужите, входите и предстаньте перед ним. Чего ты уркаешь? У меня Барсик сегодня вообще бешеная кошака. Он целое утро бесновался. Я в шоке. У меня что-то камера как-то не так стоит. Не могу понять, что с ней. Ноут включенный был, а ты болтать начала. Доброе утро. Глянь модераторскую конфу, я там жаловалась. Незримое око у Элиаса — это древнее волшебство. Благодаря ему взор Элиаса не ограничивает ни пространство, ни даже время. У нас пополнение? Выше головы! Ничего себе, что делают. Я пока так тихонечко посижу. Побегаю, по это самое, поформлю. Благослови меня. Дай мне силу. И я сделаю все, что ты хочешь. Ой.
Вот тут что-то интересное. Хотя не особо. Ступайте и предстаньте перед судом господина Элиаса. Не показывайте ни страха, ни колебаний. Не волнуйся, не покажу. Давай, Килотив, пока. Привет, Глюшок. Глюшок, а ты сегодня выходной или нет? Как там твоя работа там? Вечная Матерь, я буду служить верно. Дева ступит в наш мир. Элиас. Я ждал тебя, Лорат. Здорово, Фромки. Подсматриваешь за нами через незримое око. Это да? Какие из... Ты думаешь, я бы стал тратить на вас такую мощную магию? Остались одни только. С нашей последней встречи ты ничуть не поумнел. Я избавлю тебя от мучений, старик. Так, ну-ка, вот так вот. Блин, так громко. Ой, надо драться. Надо было сидеть в своей лачуге и вздыхать о прошлом. Кто что-то он вообще язычный какой-то. Все кончено. Надо найти незримое око, пока еще есть время. Да не-не-не, слушай, что-то как-то язычно слишком. Подожди, я что-то вижу. Кровавые лепестки. Мефисто, дьявол, Баал. Жуть. Санктуарию не миновать краха. А ты не веришь? Абсолютная вера. Для глупцов и фанатиков у нас одна надежда, что ты нас спасешь. Я хочу не спасти, а дать силу. Приняв ее, сильные бросят вызов мощи преисподней, а слабых предоставим их судьбе. Андриэль жива. Харадримы умрут. Любой ценой. Любой ценой. Привет, Ванечка. Было еще видение. Лилит думает, что воплощение зла уничтожит санктуарий и дает людям оружие против них. Поэтому они с Элиасом собирают последователей, хотят создать целую армию. Да, владыки преисподней — наши смертные враги, и мы им так просто не сдадимся. Элиас, как ты вышел? Тебе не понять, что я сделал для нашего мира. Мало бы немного подождать. У меня мало духа. Мне нужно немного подождать. Стой! А сил у тебя не прибавилось? Духа не хватит. Ну кто мне там опять пишет, как вы заколебали?
Вот почему мне не пишут весь день? Пока у меня нет стрима, мне никто не пишет, серьезно. Только я начинаю стримить, мне начинают наяривать в личку, тегать меня везде, со мной везде здороваться, еще что-то. Как это раздражает. Почему этот ублюдок никак не сдохнет? Нельзя и дальше биться головой об стену. Он нас так измором возьмет. Нужно бежать, но не без незримого ока. Если сможем его забрать, лишим его хотя бы части силы. Это называется закон подлости. Это называется заколебали. У меня уже это... нет сил. В горах мы с матерью наткнулись на деревушку. Люди там мерзли и голодали. И молились свету, который не грел никого. Но рядом с ней в их сердцах вспыхнуло пламя. Теперь они никогда не ощутят ни голода, ни холода. Это да, конечно, люди начнут больше любить того, кто их согрел и накормил. Тут как бы людей винить не можем. Кстати, а чё у меня вообще тут по инвентарю? Алло! А, в глаза попала какая-то пыль! Так, что у нас? Вот это мы разбираем, да? Да, вот это что? Да вали ты нахрен! Так, мне нужно куда-то встать, где нет мобов. Тут нет мобов, слава богу. Так, вот это потрогаем, вот это вниз все скинем. Так, а что вот это? Умение сил природы вероятностью до 10% сокращают время восстановления мощного умения на 2 секунды. А тут что? Наносите цели урон от молнии, она с вероятностью до 20% выпускает статический разряд. Почему это? Я, короче, сегодня на Ютубе нашла офигенный какой-то билд сумасшедший, который основан не на скиллах, а тупо на атаках волка. И там, короче, сумасшедший атак спид и сумасшедший шанс крита. Там, типа, ничего не надо кастовать, просто ходишь с руки всем наяриваешь, и он шотает. Там криты, типа, блин, я не помню сколько, по 30, по 50 тысяч. Вот. И я такая, блин, кайфово. Открой ей сердце. Прими свою суть. Никогда. Я осталась тут. Рано или поздно. Мне нужно немного подождать. А, он невосприимчив, поняла. Ай, больно, больно, больно. Послышала, что он натепнулся. Он сказал не откуда, а слово на ху. Она отвела меня на древнее поле битвы, где от рук ангелов и демонов пали тысячи людей.
«Больше так никто страдать не будет», — сказала она. В ее глазах я увидел рай, где мы будем свободны от тирании небес и преисподней. Надо только обрести силу и отвоевать его. Ищешь око, Лорат? Оно ничего не изменит. Слишком поздно. Лилит не остановить. Не осталось духа. Больно. Я еще не готов. В четверг не придумала. Но, да там вообще изначально я придумала. Но мне что-то сегодня написали, не хочу ли я собрать кооп. Я написала в конфу, жду от ребят инфы. Но дело в том, что, блин, как раз таки на эту неделю у меня желания и нету. Вот. И как бы... Но если они отозвутся... Просто, блин, я же знаю стримеров. Им вот это в конфу писать, это не подойдет. Это надо каждому в личку писать, договариваться. Вот, поэтому там пока под вопросом. Типа, если да, то да. Если нет, то у нас две новинки будет. Мы пойдем сначала в акварельную игрушечку, а потом в Lawyers of Fear хочу. Это не финал, еще слишком легко было, мне кажется, нет? Вот оно, незримое око. Мисс Хив поможет нам унести. Брехадное, уж Глюша. Глюша, Глюша. Брехушка. Вон тот проход, наш шанс спастись. Все? Так, поговорите с мисс Хифом. Ну-гу. Ой-ой-ой, а что с фэпосами? Надо в воскресенье проголосовать за ТФТ всем. Голосуйте, чё. Подожди, а почему в воскресенье? Надо остановить. Голосование уже начато. И в телеге, и в дискорде. Там, типа, вы сегодня-завтра пишете свои варианты до среды. В среду я запускаю голосование, которое закончится в субботу. И в воскресенье мы идем в то, во что будете играть. Райдер, привет, мой хороший. Нет. Вот и ты. Ну, убил того чародея. Молчи. Буря стихла. Мы вытащим тебя отсюда. Обидно. Я своего уложил, опоздал самую малость, напал со спины, зараза.
проткнули, как шипастую крысу. Такие дела, Декарт. Ага. Такие дела. Они скоро придут. Я возьму незримое око. Надо изучить его где поспокойнее. Использовать против них. Встретимся у часовни в пустыне. Ступай. И не раз. Проблема в том, что он никак не умрет. Привет, господа. Он сильнее, чем я думала. Я его недооценивала. Я тоже. По крайней мере, мы забрали у него кое-что важное. Незримое око. Кажется, он использовал его, чтобы общаться с Лилит на расстоянии. Мощный артефакт. И опасный. Возможно, оно нам пригодится. Дай мне время изучить его. Что вот это вот за вода из-под пола? Единое зло восстанавливало силы. Преисподняя становилась все ближе. Но Элиас не стал ответом на мольбы людей. Вынося о ком-то суждение, мы смотрим не на слова, а на действия. Все просто. Элиас разглагольствовал о спасении мира, стоя на горе мертвых тел. Затем появился странник, полная противоположность Элиасу. Его окропила кровь Лилит, но он не поддался скверне. Это подтвердилось на деле. Тогда-то я и поверил, что вместе мы сможем противостоять злу. Быть в его секте, наверное, это ужасно. Нормально. Пи-пи-ся-пи-вый. О, мне что дали? Что мне дали? Мне дали меч Мисс Хифа, который мне нахрен не нужен, спасибо. И штаны Примаса. Так, при низком уровне здоровья зелье также защищает вас барьером с прочностью, равной 10% от максимального запаса здоровья. Не, мне это не надо, спасибо. Вот это, возможно, можно оставить. Пока не буду его это. Так, это что у нас? А, все, мы закончили! Мы закончили третий акт! Поздравляю нас! Так, ну что ж, для девчат и ребят с Ютуба подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Вот, увидимся с вами в следующем видео.